Привет! Сегодня у нас обзор автомобиля для молодых и дерзких Toyota Mark X. Спросите любого пацана с Дальнего Востока, какую машину он всегда хотел. Toyota Mark 2, либо Toyota Mark X. И сейчас это еще стала более желанная машина. У нее очень красивый кузов, у нее есть комплектации с 3,5 моторами, есть комплектации GS, есть комплектации с компрессором. И в этом видео мы разберемся, актуальна ли сейчас модель. Это все тот же самурай из 90-х, либо это уже стала какая-то пластиковая имитация Toyota Mark 2. Самый главный для меня плюс Toyota Mark X – это его внешность. В июле 2012 года начались в Японии продажи этого рестайлинга. Это просто новый уровень Toyota задала для внешности, для дизайна седанов, вообще для всех автобрендов. И сейчас, когда я смотрю на любой японский седан, я примерно его сравниваю с X-ом, и моя мерка красоты кузова, красоты оптики и вообще красоты машины в целом, я их сравниваю все с X-ом. Красивее ли сделали, чем Mark X? Это мое мерило красоты сейчас. В марке X стоит 4GR, это мотор на 203 лошади. Этот мотор идет на двух моделях у Toyota, это Toyota Mark X и Toyota Crown, не гибридный Crown, обычный на бензине. 4GR, 6 цилиндров, 203 лошади. Мотора для этого автомобиля хватает даже в режиме эко, он быстро ускоряется, мотор чистый. Что в заднем приводе, что в полном приводе, везде стоит мотор, точно такая же настройка на 203 лошади. Еще очень важная особенность марка X, то что он идет на шестиступом автомате. Что задний привод, что полный привод. Поэтому, кто боится вариаторов в краунах, в саях, в аккордах и в прочих автомобилях, а такие страхи есть, их очень много, вот для вас вариант Toyota Mark X шестиступый автомат. По 2,5 маркам все понятно. Простой мотор, простая реализация полного привода, если у нас полноприводная версия, и везде шестиступые автоматы, надежная связка агрегатов. Но самое интересное в этих машинах – это версия на 3,5 моторе, 2GR. Какие они бывают? Самая простая версия – это 318 лошадей на автомате, также шестиступом. Вот это уже интересно, это уже вообще другая динамика, вообще машина другая. Эта же версия мотора также стоит в Toyota Crown, который просто на бензине. Но это еще не самое интересное. На этом же моторе они реализовали шестиступую механику и назвали эту комплектацию GRMN. И там уже 321 сила. Таких машин я на дроме не нашел. В продаже их нет. Возможно, их владельцы не продают эти машины. Эти аппараты на аукционах встречаются ну крайне редко. За последний месяц была одна машина. Она была продана. В общем, итоговый бюджет ее в России составил бы где-то 2-300. 2016 год. Вообще очень красивая машина на шестиступой механике. 321 сила. Очень интересно. Очень хотелось бы прокатиться. Но есть еще круче марк. Он на компрессоре идет. Toyota Mark X мотор 2GR. 360 лошадей. Шестиступый автомат. И эта комплектация называется Plus M Supercharger. Также этих машин на аукционах практически вообще не встретить. Я сегодня за 3 месяца нашел одну штуку. Пробег 5000 километров. Оценка шестерка. Это новая машина. Люк, обвесы, колеса, бампер. В общем, просто персик. Новая машина. Бюджет. Лучше сядьте. 3,350. Салон X-а. Мне не очень. Даже салон Сая мне нравится больше.
Вот это, вот этот модуль управления печкой не нравится. Ну, старая просто, вообще не меняется уже с, вообще весь 130-й кузов. Руль, ну, руль обычный, кожаный. Вот эта часть торпеды, просто обычный пластик. Она маленькая, лобовуха слишком близко. В САЕ лобовуха далеко, в Крауне она тоже далеко. Не могу сказать, что этот салон какой-то современный и автомобиля 2014 года. Внешне очень красивая машина. Почему они не заморочились с салоном, я не знаю. И я думаю, отчасти из-за салона продажи этого автомобиля не такие высокие, допустим, как Crown. Единственное, то, что мне нравится у X-а, это цвет лампочек приборной панели. Такой нежно-белый, ночью очень классно выглядит. Машина 14, 15, 16 года, но она так не должна выглядеть в салоне. Задние сиденья можно утопить назад, так как место позволяет, и сзади пассажирам очень комфортно будет. Обычный подлокотник. Все равно места маловато, оно было отдано багажнику. В чем иксы все-таки выигрывают САЯ, Аккорда, гибридных Краунов? Это в багажнике. Вы посмотрите, место просто караул. У нас здесь еще какая-то обработка, японец оставил. У нас здесь пятое колесо, банан. Все. Нет, сделано все, вот. Не прилегает. Сиденья откидываются, здесь можно ночевать. Можно кинуть матрасик и можно ночевать. Это тоже все откидывается. Life gets tough when you get older. That's why I raised the soldier. Свои ощущения от езды я буду сравнивать с гибридным Саем и с гибридным Крауном. Когда стартуешь, вот на низах момента у гибрида больше, выше. И кажется, что X вначале немного подтупливает. Но когда ты нажимаешь педаль, раскручивается GR. И после вот этого провала временного, вот тогда уже кайф. Еще машина, она помягче Крауна, то есть он такой более валкий. Из-за этого ты едешь, у тебя скорость там 100-120. И тебе кажется, такой на спидометр, ну, наверное, много еду, ты смотришь, а там сотни. Где-то на 140, то есть ты прям вот так вот держишь руль, прям, ну, ловишь машину, управляешь ее. То есть высокая скорость, кажется, на Крауне, вот 160-170, ты понимаешь, о, ну, быстро едем. Смотришь, там 160. Здесь не так, здесь скорость ощущается очень сильно. Он прям вот просится на такие доработки, как колеса, как обвесы ему поставить, сделать его пожестче. Все-таки X остался марком 2. Друзья, какие цены за вот эти красивые автомобили Toyota Mark X? Самый старт цен, это примерно будет пробег сотня, это оценка 3.5, R-ка, битая, восстановленная в Японии. В общем, ну, варианты я бы купил бы себе, на самом деле, если бы я очень хотел эту тачку, и у меня бы не особо было много денег на данный автомобиль. 980-990, в общем, 1 миллион рублей, и у вас будет самый пустой X. У вас будет запуск с обычного ключа, не кнопка, у вас будут штампованные диски, у вас не будет хрома на решетке, но у вас будет такая же оптика, такой же кузов, руль будет пластиковый, пустой, у вас не будет кожи в салоне. В общем, самый пустой X. Но это все равно очень интересно, потому что можно поставить колеса, можно докупить себе губу наперед-назад, и у вас будет совершенно уже другая машина. Комплектация премиум. Если у вас меньше пробег, вы хотите себе кожаные вставки, вы хотите себе красную строчку по салону, вы хотите себе, может быть, губу, это уже стоит где-то 1 100 000, 1 200 000.
все еще зависит от того, какой пробег. Пробег здесь вообще ключевой. То есть варианты с 50 тысячами пробега могут достигать цены примерно 1 400 000 1 500 000 рублей. В комплектации премиум у вас будут кожаные вставки, у вас будет полный кожаный мультируль, у вас будет круиз-контроль, у вас будет передняя часть в хроме, у вас будут литые диски. Это все дело начинается от 1 150 000 1 200 000. И самый хороший вариант с маленьким пробегом будут стоить примерно 1 400 000 1 500 000 рублей. Не знаю, по-моему, такие цены уже можно взять от лета гибридного. И если вы фанат все-таки марка X, вообще марков, то будьте готовы выложить за хорошие экземпляры примерно 1 500 000 рублей. В 2019 году Toyota сняла с производства Toyota Mark X. Как они написали в своем твиттере, они сняли X из-за того, что популярность на большие седаны падает. Я думаю, они просто проиграли из-за салона, потому что они почему-то не занимались этой моделью и не делали каких-то усовершенствований, не делали ее красивее в салоне, какие-то электросистемы, новые моторы, может быть, гибрид не поставили. Я думаю, из-за того, что они просто не обращали внимания на эту легендарную машину. Но мы будем ждать ее возвращения, возможно, через несколько лет. Мне очень нравится внешность этой машины, и мне нравится, как едет 4GR. Очень интересная машина в езде и во внешности. Салон проигрывает, цена не маленькая по сравнению с конкурентами. По технологиям тоже ничего нового, нету каких-то суперсистем и по салону, там ионизации, какого-то хорошо прорисованного компьютера, этого всего нету. Вот, и по этой машине могу сказать следующее. Лично я бы не купил бы. После того, как я поездил на Сае, поездил на Крауне, я сажусь сюда, и мне прям не хватает. Но когда ты закрываешь эту машину и уходишь от нее, ты оборачиваешься. А если сюда еще поставить черные колеса, если сюда еще поставить губу, то это вообще будет секс. А если заморочиться и сделать себе доработку GS, можно отдельно купить себе бампер, решетку, колеса. Ну, салон у вас вы тоже можете частично поменять под GS. Это все стоит из оригинальных японских запчастей, ну, примерно 200 тысяч рублей. То есть вы покупаете самого пустого марка, добавляете 200 тысяч рублей, и у вас GS уже стоит не 1 500 000 рублей, как его стоит привезти оригинального из Японии, а всего лишь 1 200 000. Вот такой вот лайфхак может получиться у вас. Друзья, внизу обязательно напишите комментарий, нравится ли вам Toyota Mark X, владели ли вы вообще предыдущим поколением, напишите опыт владения вообще марками. Может, у вас был 80-й кузов, 90-й, 100-й, 110-й, V-шка, просто атмосферник, возможно, на 2-литровом моторе, полноприводные версии. Владельцев марков по стране очень много, и не только на Дальнем Востоке. Напишите опыт владения этой машиной и напишите, грустно ли вам от того, что в 2019 году Mark X будет снят с производства. Давайте пообщаемся внизу в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.